Вот мы в продуктовом магазине. Здесь в Калифорнии практически в каждом магазине есть секции для латиноамериканцев. Вот эта секция с пряностями. Ну, здесь есть такие пряности, которые у нас, в принципе, мы пользуемся. Вот лавровый лист, паприка. Пожалуйста, это сушеная ромашка, измельченный красный перец с семенами, горошковый перец. Здесь не знаю, что это, кумин. Потом вот это получается каркаде, да, но здесь он называется Jamaica hibiscus flower, но это каркаде. И вот это тамаринд, это такое дерево, вот такие стручки у нее внутри. Получается, ну, мякоть такая съедобная, кисловатая, приятная, вкусная. Вот такие вот стручки. Дерево выглядит типа как акация. Ну вот еще посыпочки. Вот разные виды перца в пакетах сушеные. Разные виды. Здесь Arbol, California, Guajillo, New Mexico. Минимум 4 сорта, но обычно чисто мексиканских магазинов намного больше. Люди очень его любят, мексиканцы и латинос. Вот это еще интересная вот эта вещь. Ну это понятно, да, это обертка, да? Обертка с кукурузных початков, да, вот это. Те, что сверху покрывает кукурузные початки. Здесь они для чего используются? У мексиканцев есть блюдо, тамалес называется. Вот эта вот вещь, они ее используют как... мы используем, да, капустные листья, когда делаем голубцы. То есть, вот они, получается, вот эту обертку кукурузного початка используют как обертку, да, вместо бумаги, грубо говоря, да. И в нее ложат начинку различную, но основу составляет кукуруза, да, типа мамалыги, полента у них называется тоже, мамалыга, кукурузная каша. Но она идет также, это кукуруза и обычно еще мясная начинка, смеси. Ну, то есть, типа, примерно, типа, как наши голубцы, но только основа не рис, а кукурузная мука, крупа. И все, они в нее заворачивают и варят. И потом даже продают в готовом виде. Очень вкусно, сытно. И просто вот эта каждая штука, это порционная. Получается, вот они уже здесь приготовлены, края подрезаны, все это порционное. Разворачиваешь их, заворачиваешь начинку, варишь, и потом вот так они, как в конвертике свернуты, так и продаются. Или же люди так и подают на стол. Каждый разворачивает, кушает, это выбрасывается.